У меня это произошло от нежелания, от нежелания что-либо делать и от всеобщей вовлеченности. То есть это все было очень близко, это все было рядом, и это было очень доступно. То есть если бы, ну, сейчас я так думаю, что если бы поголовно все играли в шахматы, были бы увлечены этим, то я бы от скуки, наверное, пошел в шахматный клуб. Вот. Как сейчас это происходит, я не могу сказать, потому что я вижу, что это все очень доступно, что это на каждом заборе. И, ну, я могу лишь провести аналогию с тем, что реклама алкогольных напитков, наружная реклама в городе, она выглядит гораздо привлекательнее, нежели социальная реклама против наркомании. Мне неинтересно смотреть на какие-то, то есть вот по опыту наблюдения в Питере, значит, год назад висела социальная реклама, на которой были изображены какие-то грустные люди в синих тонах, с пролежнями и какие-то короткие истории их жизни. Мне это было неинтересно. Сейчас тактику поменяли, выкладывают улыбающихся, обнимающихся людей, используя слоганы «Как прекрасно жить без наркотиков». Меня это тоже не привлекает, потому что это не отражает действительности.